Айс-стенд. Привет, господа. Да, у меня для вас еда. Я тут где-то пакет видел, хотел забрать все цветы, и набросил здесь. А, блин, разбросали мне все пеленки. Ну, я вот все и хотел, да. Ужасно. Это чистые пеленки были, между прочим. Я понимаю, но чистые были. Это грязные цыплята, не трогай их. Или убери его просто. Да все нормально. Нет, уйди отсюда. Старай, господи. Он не съест их все равно. О, ням-ням-ням. Атака. Господи, как так чай не затоптали? Я не знаю. Блин. Эх. Всем приятного аппетита. Так, где второе ведро? Так, перепелка. Ты устроишь нам торжественное ожидание коровы? Да, сюда кто-то заходит? Хотя бы, знаешь, идеал, я понимаю, сюда кто-то заходит? Нет? Нет, нет, нам не. Так, нет. А где карабин? Вот он, наберись. Можно мне его сюда? Кто снял его с веревочки? Я, наверное, пойду там так чистить лица дальше. О, что там ваша чудо-машина? Да. Опа! Она же закачалась. Поехали! В общем, воронье гнездо технологизируется. Ужасы какие. GoPro, стоп, съемка. Нет, он меня не слышит. Я никогда не берегла так голову, как сейчас, когда у меня на голове болтается GoPro. Суки, конечно, холод не очень хорошо едят. Чего, сало все обглодали? Ну, сало нужен. Сало все обглодали. Ладно. Что, да что ты говоришь? У нас в последнее время много стало диких соек. Они летают повсюду. Что там в Александрове? Уверенных родителей есть кормушка. И туда по утрам прилетает много соек, сорок. Ну и всякой мелочи. Вот. GoPro, стоп, съемка. Вот и пришло время путешествия по снегу. Как у меня мэн стейш. Так, чуть-чуть. У нас узенькая тропинка для тех, кто хочет стать канатоходцем. Нужно начинать с этого, научиться ходить по узенькой тропинке в снегу. О, какой снег, точнее свет, и снег тоже. Из-за снега солнце зимой всегда ярче. Блестит так красиво. Что ж, поплыли к орлам. О, там на небе даже луна видна. Ну, сегодня к орлам путь, в принципе, нормальный.
Дарлы. О, кто-то сидел на качелях. Кого-то спугнуло. Сегодня все далеко. Да? Привет, господа. Как ваши дела? Чё вы? Вчерашнее не доели? Не доели. Простите уж, простите. Все-таки для меня зимой, наверное, самое неприятное – это ветер. Потому что мороз, если ветра нет, то он переносится нормально. Если ветер дует, то даже там минус 10 на улице очень неприятно. Я сейчас пока хожу, чищу крышу вольеров. Вообще с поликарбоната очень хорошо снег сходит и сам. Но сейчас из-за того, что были постоянно там то заморозки, то, значит, подтаяло, то еще что-то. Вон, видите, вон там вот вольер. Это совиный. Меня хватило терпения снять снег с одной стороны, а с другой стороны не хватило, потому что как раз был ветер. И весь снег летел прямо мне в лицо за шиворот. В общем, я не смогла. Ну вот, и там плохо сходил снег как раз. В принципе, поликарбонат сейчас там не ломается, ничего не проседает. Хуже всего с железными вольерами. Вот железных вольеров я в прошлый раз со всех стряхнула снег, потому что, ну, не гладкая поверхность, и снег сам не падает, к сожалению. Там Макс пытается пробить дорогу до ворон. Люблю смотреть, как кто-то работает. Это орлы освобождены от снега. У меня нет специальной штучки, чтобы снимать снег, но, в принципе, если тыльной стороной грабель это делать, вообще прекрасно. Чтобы не царапать просто поликарбонат. Там сетку не задевать. Поток снега просто впечатляет, конечно. Я наоборот стараюсь не попадать. Ужас. Ладно, лови нашу красотку. Так, вороны, привет. Я только сейчас вспомнил, что этот... Музыка играет. Больше не играет. Че, вы хоть что-нибудь съели? Ну, что-то они, конечно, подъели. Ах, сколько. Да? Да, вы есть хотите? Ну, при мне они, конечно, не подойдут. Ну да ладно. Вот здесь Маск какую красивую дорожку пробурил вот этой техникой. Чудо-мудрый. Снегоуборщиком. А, зато ходить удобно. Спасибо большое, Максу.
Да, дорожка, конечно, прикольная. Привет, товарищи, как вы? Все в отделе? Молодцы. Привет, привет. Ну, не все подъели, конечно, но ладно. Подъели достаточно, чтобы заслужить сегодняшний паёк, да? Тем более холодно. Так, только вот это я заберу. Да? Да? Еда, еда, еда. Ну, сейчас, дайте, я уйду. Что здесь еще? Это пластик. Сейчас пластик соберу. И вот это пластик, да? Как ко мне подходить не хотят. Он самый смелый. Но я ничего не взял. Я, если честно, не особо понимаю, что снимаю. Потому что, когда GoPro на голове, это, конечно, удобно. Руки свободные, все такое. Но вот в вопросе съемок ты абсолютно не видишь, что снимаешь. Что там происходит у тебя на камере? Может, она вообще не работает. А я сейчас стою и болтаю с пустотой.